7-летний Владик – ребенок с ограниченными возможностями здоровья, но в сад мальчик ходит с обычными детьми. Конфликтов с другими родителями или сотрудниками учреждения у мамы ребенка раньше не возникало, но в этом году ситуация изменилась. На прогулке Владик упал и сломал руку. По словам мамы, об этом она узнала лишь спустя 40 минут, когда пришла в садик за ребенком. Никто из воспитателей не понял, что рука сломана. Не услышала мама и извинений от сотрудников, которые, по ее мнению, не доглядели за мальчиком. Не дождавшись должного отношения со стороны администрации садика, элементарных там, не знаю, извинений подобного рода, мы вынуждены были обратиться одновременно с заявлением к администрации садика, с заявлением в городскую прокуратуру, с тем, чтобы нам разъяснили вообще ситуацию и какие меры были предприняты в отношении воспитателя, допустившего данный инцидент. Но ответ от заведующей Анастасию не устроил. В нем написано, что с воспитателями проведена беседа, но извинений там опять же нет. Анастасия считает, что администрация садика и другие родители устроили травлю их семьи. Не раз ей намекали на то, что Владика из-за его особенностей развития необходимо перевести в специализированный сад. Родители других детей свои позиции не скрывают. Они уже обратились в управление образования и прокуратуру. Некоторые даже отказались водить своих детей в одну группу с ребенком Анастасии. По словам родителей, когда в группе 30 человек, и так уследить за детьми сложно. А если один из них особенный? Боятся. Боятся, что может этот ребенок нанести травму ихнему ребенку. Потому что на площадке, на прогулке он толкается. Он это, может быть, не осознает, что он толкнул ребенка, и ребенку больно. Ну, он пробежал, помешал ему. Если воспитатель ему делает замечание, ругает, то он на это не обращает внимания. Чтобы решить конфликт, в детском саду даже собирали родительское собрание, но Анастасия на него не пришла. Удивлены поведением мамы Владика и в администрации учреждения. Почему женщина пошла войной на детский сад, они не понимают. По словам заместителя заведующей, инцидент произошел вечером, и Анастасия пришла за Владиком сразу после того, как он упал на прогулке. И воспитатели просто не успели отреагировать на случившееся. Воспитатель рекомендовала маме обратиться в травмпункт. Ребенок ни дня не был на больничном. На другой день он пришел в детский сад на полный режим. В детском саду было проведено расследование и приняты все необходимые меры. На сегодняшний день Владик детский сад не посещает. Он проходит специальную комиссию, которая должна вынести решение о продолжении его обучения в дошкольном учреждении. Несмотря на сложившийся конфликт, руководство детского сада от особенного мальчика не отказывается. Владика готовы принять в новую группу, где воспитатель этого ребенка уже хорошо знает и обучал с самого детства. Ведь по новым образовательным стандартам дети с особенностями развития имеют право воспитываться и учиться в обычных образовательных учреждениях. Для них разрабатывают отдельные программы, и педагог такими ребятами занимается отдельно. Ольга Федина, Артем Горчаков, 6 канал.